Довести до совершенства, попасть в нужный образ – этому учат в Щелковской детской хореографической школе. В мае она отметила 20-летие, выступив с концертом на родной сцене театрально-концертного центра «Щелковский театр». На сцену выходили выпускники разных лет, нынешние учащиеся и почетные гости. У меня лично связано очень много воспоминаний. Одно из них, когда ребята приехали с очередного конкурса, конечно, привезли гран-при и подарили вот такого огромного медведя. Но медведь перекочевал сейчас в юноармеец и стоит там и ждет, когда его внесут в то здание, которое будет принадлежать хореографической школе. В первый год в школу поступило почти 70 детей. Сегодня 8 преподавателей и 2 концертмейстера обучают более 200 учащихся от 3 до 16 лет. На 20-летие выпускники приготовили подарок. Премьерный номер был... Танцевали несколько выпускников, мы выпускники, и мы тоже танцуем этот номер. Танец – это круто? Да! Концерт проходит на одном дыхании, и сейчас мы видим один из лучших номеров школы. С первого дня учреждением, ставшим для ребят вторым домом, руководит талантливый педагог-организатор Любовь Цуканова. Школа была преобразована из существовавшей в то время в Щелково образцовой студии «Катюша» благодаря решению администрации Щелковского района, чему мы очень благодарны. До сих пор хотели бы поблагодарить администрацию за то, что школа такая существует в Московской области, одна из немногих, дающая детям возможность хореографии только как отдельный предмет здесь существовать, в этой школе. В хореографической школе преподают классический народно-сценический танец, гимнастику разных видов, хореографию. Методикой педагога-новатора Вадима Гиглаури заинтересовалась Академия танца Бориса Эйфмана. У меня было современное направление, мы как раз ездили по всей стране, выступали, много чего видели. Наверное, это хобби, любовь и вся твоя жизнь, особенно когда ты с детства, с малолетства этим занимаешься, и без этого уже невозможно. Об уровне преподавания говорит тот факт, что выпускники, не успев переступить порог, поступают в ГИТИС, колледж культуры и искусств. И еще один штрих – школа – обладатель национальной премии «Будущее России». Вот место, где я сама танцевала, и поэтому вернулась сюда. Что можно пожелать этой школе? Я желаю долголетия, им больше учеников, талантливых учеников и хороших, понимающих родителей. Дети настолько подготовлены, они делают такие нереальные просто танцы. Это, конечно же, великолепная акробатика, гимнастика. И, конечно, каждому родителю, кто находится в данной школе и отдал своего ребенка, мне кажется, он счастлив. Михаил Налетов, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».